Чтобы рассмотреть твой член, нужна квантовая оптика. На лекциях студенты будут такие палками в лоб тебе. Вот только одно мне теоретически не ясно. Твоя мама как уран, у нее критическая масса. Чтобы рассмотреть твой член, нужна квантовая оптика. На лекциях студенты будут такие палками в лоб тебе. Вот только одно мне теоретически не ясно. Твоя мама как уран, у нее критическая масса. Ты умный и начитанный, да, но только не тут. Твой коэффициент интеллекта для меня это корень из двух. А я знаю, для тебя очень занимателен лизинг. Научим отчасть еблан, учим математику с физикой. Ага. От тебя текут девы, брось, не надо. В жизни ты видел в возбужденном состоянии только атомой. Да ладно, ты учишься вечером, парень, прости, но не решаешь задачи, используешь правила правой руки. Ты к своей девушке тянешься по неволе, но это не любовь, братан, это ее гравитационное поле. Твоя мама так чистая, видимо, так непорочная. Она так огромна, что ее принимают за материальную точку. Хогвартса нет, так что панчик не надо за Слизерин. Блять, твой член где-то на уровне атомной физики. Ты слушаешь грот, маваш, и качаешься, парень, и скелками не можешь загореть, как математический май. Понял, блять. Чтобы рассмотреть твой член, нужна квантовая оптика. На лекциях студенты будут тыкать палками в лоб тебе. Вот только одно мне теоретически не ясно. Твоя мама как уран, у нее критическая масса. Чтобы рассмотреть твой член, нужна квантовая оптика. На лекциях студенты будут тыкать палками в лоб тебе. Вот только одно мне теоретически не ясно. Твоя мама как уран, у нее критическая масса. Я потер свою палочку и создал электроны. Посылаю твоей даме в рот свой заряд, PN-переход. Ты любишь геф, любишь особенно пылких. Но все твои тёлки, акцепторная примесь, свободные дырки. Твою сестру так тяжело посадить на колени. Это все из-за того, что она с детства словно ты Терри. Пока ты безрезультатно все прыгаешь на трон. Твоя дама ко мне максимально тепла, двигатель Карно. Давай подведем итог, нету места вам тут. Если ты пренебрёг счастьем естественных наук. Мирон показал, что ты не знаешь русский или виза, математику. А я покажу, что ты нихуя не знаешь физику, братик. Я, как и ты, знаю, кто такой Сартр, Кафка, Уэльбек. Но ты, например, не можешь рассчитывать массы планет. Твоя мама, например. Надеюсь, я заставил вас в Википедию открыть. Кстати, у твоей тёлки между ног есть горизонт событий. Твоя мама, например. Твоя мама жирная. Объясняю, панч. Твоя мама как уран. И как уран. И твоя сестра как уран. И мама, и друзья твои как уран. А девушка твоя не как уран. Потому что она как сестра. Самый левый батл. Четвертый раунд. Это первое... Блядь, идите нахуй просто. Рот ваш ебал.